25 января в музейно-выставочном центре Назарова откроется международная выставка картин арт-проекта «Ангелы мира». В ней будут представлены 204 работы не только российских художников, но и зарубежных – Македонии, Хорватии, Болгарии и многих других. «Ангелы мира» – это проект, который путешествует не только по нашей стране, но и за ее пределами. Он не привязан к какой-то одной конкретной религии. Авторы говорят в своих работах о любви, вдохновении, благодарности и единстве. Такие выставки у нас традиционны, но предстоящая, как обещают организаторы, будет уникальна. В этом году это не повтор выставки, это как бы продолжение проекта, он видоизменился, он к нам приехал в виде флок картин, которые можно не только рассматривать, но можно и к ним прикасаться, получая наибольшее восприятие от произведений. Выставка так и называется «Ангелы, к которым можно прикоснуться». Еще одним приятным изменением стало то, что в проекте теперь принимают участие и дети. На торжественном открытии зрители получат ангельские ленты вдохновения, узнают о том, что послужило началом проекту, познакомятся с ангелами-хранителями разных художников и их историями, увидят, какие картины сейчас находятся в Европе, познакомятся с экспозицией детских рисунков международного проекта «Детский календарь «Ангелы мира». Смогут лично поучаствовать в создании картины «Ангел Назарова», нарисовать одно из перышек на крыле ангела и загадать заветное желание. Всех, кто желает зарядиться энергиями добра, тепла, благодарности, самых светлых чувств, мы с удовольствием будем ждать в нашем выставочном зале музея с 25 января и до конца февраля месяца. Вероника Волкова, Роман Вишняков, новости РЕН-ТВ, Назарова.